Кстати, Плюша давно освоилась. После того, как смотрительница общежития кошка Алиса благодаря нашим телезрителям обрела свой дом, именно Плюша приняла на себя ответственность присматривать за обитателями приюта. Она очень у нас ласковая, очень добрая. Это животное, это человек, наверное, который всегда поможет другим кошечкам. То есть она лечит других кошечек, она ложится, обнимает их, и каким-то образом они так выздоравливают. Во всех мероприятиях приюта Плюша непременный участник. Она охотно общается с малышами из детсада, которые приходят сюда на экскурсии, изучает и взрослых людей. Она в меру воспитана, не даст себя в обиду. Ну, если захочет полоскаться, то есть она может прийти. Ну, во всяком случае, где вкусно, она всегда там. Черепаховый окрас выгодно отличает эту кошку от других. Еще она выделяется своим воспитанием. Аккуратно ходит в лоток, знает, когда нужно подойти к человеку. Не бывает назойливой. Очень своеобразная девочка, говорят о ней волонтеры. С Плюшей можно познакомиться, позвонив по телефону 8 908 271 88 27.